дана. Жизнь вечная, подобно Иисусу Христа, я спасен от огня. Ранами Иисуса Христа я исцелен, исцелен, нет сомнения. Кровью Иисуса Христа я умер от греха. Через смерть Иисуса Христа не дана, жизнь вечная, благослови душа моя, Господа, о Господа, и вся прелесть моя, закроет меня Его. Благослови душа моя, Господа, о Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Я спасен от огня. Ранами Иисуса Христа я исцелен, я исцелен. Аминь, нет сомнения. Кровью Иисуса Христа да, я умыт от греха. И через, через кровь Иисуса Христа мне дано что? Мне дано. Аллилуйя! Жизнь вечная, благослови душа моя, Господа, о Господа, вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови душа моя, благослови душа, Господа, о Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Жертва Иисуса, жертва Иисуса Христа, я спасен. Ранами Иисуса Христа я исцелен, нет сомнения. Кровью Иисуса Христа я что? Я умыт от греха. Через смерть, через смерть Иисуса Христа что дана? Мне дана такая жизнь, жизнь вечная. Благослови душа моя, Господа, о Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови душа моя, Господа, о Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Скажи, я верю, я верю в Голгофскую жертву, кровь святую Твою, что имя мое записано на небесах. Я верю в Голгофскую жертву, кровь святую Твою, жизнь вечную, что имя мое записано на небесах. Церковь, вы действительно верите, то, что Иисус умер и воскрес? Что Он вам подарил вечную жизнь, это действительно радостное событие для вас. Но мне кажется, что не совсем. Вот вы представляете, Иисус, Он умер и воскрес, чтобы мы имели вечную жизнь. Вы представляете, у нас есть шанс жить новой жизнью и жить вечно. И вдруг мы узнаем такую новость, такие, да, аллилуйя, аллилуйя, так классно. Неужели мы не можем здесь реально возрадоваться и сказать, Господь, Ты дал мне второй шанс реально жить. Только с Богом мы имеем этот шанс. И это не сказки, это не праздник, который мы отмечаем год, из года в год. Это реально то, что сделал Иисус в нашей жизни. Мне кажется, мы должны тут вообще сотрясать тут этот пол, и чтобы все знали, что Иисус воскрес. Аминь. Открывайте двери, окна. Будем благословлять Его святое имя. Будем радоваться. Давид говорит, благослови душа моя Господа. Жена сказала, ты что, совсем уже? Успокойся, муж, успокойся. Нельзя так скакать и прыгать. Но когда Иисус дает тебе новую жизнь, когда у тебя появляется надежда на то, что ты будешь жить вечно, то, что ранами Его ты всегда будешь исцелен.
Я верю, что здесь у каждого был случай, когда он должен быть умереть, но по какой-то причине он остался жить. Вот кто такие люди? Поднимите руку. Ну вот почти, ну вот нет, ну вот может быть только дети, и то. Моя Анита, может быть, не знает, что, когда, как она рожалась, что это было очень сложно. Вы представляете, Бог вам дал второй шанс, новую жизнь с Ним, вечно на небесах. И давайте действительно сейчас вот так прославим, как будто вот мы только что об этом узнали. И это так здорово! Благослови душа моя, Господа! Эй! Заблудина своя, святое имя Его. Благослови душа, благослови душа моя, эй! Господа, о Господа, и не забывай всех, пока не я не Его. Благослови, благослови душа моя, Господа. Душе нужно говорить. Благослови.